В администрации района прошло заседание с представителями управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, на котором обсудили тему вакцинации против гриппа в Амурском районе. На территории Амурского района ежегодно проводится вакцинация от гриппа. Согласно плану, необходимо привить 33 966 человек. О ходе проведения вакцинации против гриппа в районе и работе пунктов вакцинации с докладом выступил исполняющий обязанности главного врача Амурской районной больницы Байсуаков Артур Мирхатович. Для иммунизации взрослого населения получены вакцины в полном объеме. Это 23 293 дозы. Первая партия вакцин прибыла в район 8 сентября. Для детского населения поступление в объеме 46%, это 5170 доз от плана. План детский 10 272 человека. Введена проверка готовности к работе в зимний период. Рассчитаны имеющие людские и материальные ресурсы. Запасы противовирусных препаратов, средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств. Специальной медицинской аппаратуры и транспортной единицы. По итогу на сегодняшний день из общего плана взрослого и детского населения должно было быть 33 966 привитых. На сегодняшний день с нарастающим итогом 15 519, что составляет 45,69% вакцинированных. На территории района функционируют 39 образовательных организаций, в которых работает 2013 человек. О проведении вакцинации в образовательных учреждениях с докладом выступила заместитель начальника управления образования, молодежной политики и спорта администрации Амурского района Загуменова Лариса Владимировна. Прошли вакцинацию от гриппа 628 работников, что составило 31%. Отказались от вакцинации 39 работников по причине ранее перенесенных простудных заболеваний. И медицинские отводы предоставили 59 человек. В общеобразовательных учреждениях, школах, обучается 6757 учащихся. Прошли вакцинацию от гриппа 1340 человек, что составило 40%. Медицинские отводы предоставили 60 родителей учащихся в связи с перенесенными ранее заболеваниями. Дошкольные учреждения посещают 2663 ребенка. Прошли вакцинацию от гриппа 435 детей, что составляет, по нашим данным, 16,3%. Медицинские отводы предоставили 94 родителя в связи с перенесенными ранее простудными заболеваниями. В поселках Эльбан, Тысин, Болонь, Лесной график вакцинации запланирован с 24 по 28 октября. Павел Амельченко задал ряд вопросов, в том числе, насколько активно прививаются сотрудники администрации. Мы говорим, что должны прививаться работники образовательные. Администрация сама привилась? Процент. У нас идет прививка от гриппа. У нас очень много желающих. Мы организовывали, выезжали к нам сюда и выезжали куда-то, сотрудники туда. У нас люди прививаются, у нас с пониманием относятся к этому.